Мир творчества особенных детей. В библиотеке на Крутицкой прошел 18-й по счету региональный фестиваль для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз здесь более 200 учащихся коррекционных школ и детско-юношеских центров. Ребятишки показывают любые номера в нашем концерте. Кто-то читает стихи, кто-то поет песни. Танцы, конечно, присутствуют. Все для них это большая победа, для детишек. Для ребят с особенностями развития творческий праздник не только способ самовыражения, но и повод встретиться друг с другом, пообщаться, набраться впечатлений и идей. Здесь все без исключения талантливые и увлеченные. Кто-то непревзойденно играет на гитаре и душевно поет. А некоторые зажигают публику танцем. Ребята из первой коррекционной школы исполнили номер «Непохожие». Все равно, что мы не похожи, одному себя у нас похожи. Двигайся в тату, танцу, стату, каждому найдет свое место, повторяй себе, ты не такой, как все. Танцоры признаются, подготовка к фестивалю выдалась непростой. Ребята очень сложные, они некоторые движения не сразу понимают. И из-за этого им придется показывать несколько раз. Но они очень любят все стили, любят все танцевать. Участвовали в разных конкурсах. Также у нас были сегодня представлены выставки на выставке работы, которые ребята делали своими руками. Все творения молодых художников и мастеров представлены на отдельной площадке. Здесь живопись, вышивка, поделки. На фестивале нет победителей или проигравших. Ведь в месте, где витает атмосфера праздника, просто не может быть соперничества. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.